Добрый день, дорогие друзья. Посмотрите, чем тигрята становятся взрослее, тем более такие спокойные. Раджа. Зато у Раджи покоя меньше не становится. Разгуливает. И хотя он делает вид, что ему особо нет дела до малышей, но на самом деле он очень тщательно смотрит, чтобы малышам ничто не угрожало. Ну и, конечно же, посматривает на тигров в соседнем вольере. Не без этого. Уж очень Раджа интересуется их жизнью. Вот такие, друзья, будни в этом замечательном семействе.